Всем привет! Сегодня я хочу обсудить героя Dota 2 Вивера. Я довольно часто его пикаю, и на это есть свои причины. Вивером можно в равной степени харасить, догонять и убегать. Таким образом, я могу навязывать противнику свою игру. Данный герой имеет аж два эскейпа, а с покупкой линки, что происходит довольно часто, его выживаемость увеличивается в разы, а значит, вы имеете право на безрассудный риск. Вивером можно стоять как соло-хард, так и в качестве фармилы в изи. Шукучи, дабл-атака и жуки Вивера позволяют отрывать довольно знатные куски плоти от врагов уже на ранних левелах. Но нужно помнить и о том, что на этом весь потенциал Вивера заканчивается, и более лейт-ориентированные герои его перебьют в конце игры. Но опять же, эффективное использование положительных сторон Вивера может повлиять на исход игры, и поэтому многое будет зависеть от вас. Хочу отдельно отметить жуков. Скилл весьма хитрый. Помимо периодического урона и снижения брони, он заставляет врага отвлекаться на жуков и лишний раз задумываться о последствиях. Если рой попадает на всю вражескую команду, то в пылу сражения им будет просто не до насекомых, а они вкупе нанесут много урона и оставят противников без брони, что на исход замеса очень даже повлияет. Выходит, что Вивером можно эффективно драться даже с 5 противниками, что делает его крайне полезным в большинстве случаев. Дополняет его плюсы и то, что за него, в общем-то, легко играть. И засим обсуждение окончено. Напишите мне в комментариях о вашем отношении к этому герою. Всем спасибо за внимание.